Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои самые прекрасные зрители. Сегодня я анонсирую блошиные рынки, которые будут проходить в эти выходные в центре Москвы. Это в первую очередь городской блошиный рынок на территории в одном из корпусов музея Москвы. Эти блошиные рынки бывают очень и очень редко. Это, естественно, самые тоже интересный, который не так часто бывает, антикварный маркет «Блошинка» в доме на Новокузнецкой. И сейчас вы видите завод «Кристалл», его корпуса и его территорию, на котором расположен блошиный рынок «Ретро». Он, конечно, работает ежедневно, но в эти выходные на рынке будут проходить любимые нами скидки. Главным экспонатом коллекции становится само ампирное здание военных складов. Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои прекрасные зрители. Сегодня я иду на блошиный рынок, который проходит в эти выходные в музее Москвы, и предлагаю вам пойти со мной. Это историческое место, где до революции располагались провиантские склады. Мы сейчас едем вдоль этих зданий, и, как вы видите, они огромны. Ну вот мы остановились, и напротив, через дорогу вы видите метро «Парк культуры». Блошиные рынки здесь бывают очень редко.